И всем привет, с вами Александр Навасов, в данном видеоролике сегодня я буду ставить ставки на прогнозы CSGO. Извиняюсь, я звук отключил, чтобы, ну, потому что эта музыка, ну, в общем, она запрещена. И поэтому, чтобы там ничего не монтировать, ничего не делать, сегодня у нас будут прогнозы. И давайте я, ну, я уже расставил, я не буду заново ставить, но я вам расскажу, вообще, что здесь такое. Смотрите, значит, здесь 12 очков дается. У меня 25 очков, потому что я здесь ничего еще не ставил. Если я буду прав, то мне дадут сразу, наверное, серебряную или золотую медаль. Ну, если я буду прав, 100%. Хоть у меня здесь 25 очков, неважно. Если у меня будет все правильно, то мне дадут золотую медаль. Но я что-то не уверен, потому что я 25 очков... И как-то, блин, я не уверен. Это самый сложный прогноз. Но все же я не буду затягивать. И 12 очков за то, какие команды выйдут. Я знаю, что выйдет Мибор, выйдет Natus Vensiv. Сначала я думал, что комп Lexity в комплексити выйдет. Блин, ну как-то это странно. И поэтому я решил все же поставить Мибор. Но я не уверен. Я если честно, я не знаю, что поставить. Здесь я ставлю Team Liquid, здесь я ставлю Astralis, здесь я ставлю Natus Vensiv, потому что Navy тащит, ну, потому что Мибор не выиграет, ну, понятно, в общем. Здесь я ставлю Astralis, потому что Liquid, она проиграет, извиняюсь за прошлые ставки, нет, ладно, не буду говорить. Окей, здесь я ставлю Astralis, и побеждает Astralis, потому что не уверен, что Natus Vensiv этот выиграет. В общем, я ставлю на Astralis, и то, что если он выиграет, пусть будет он. То есть вот так вот, я не знаю, я потом буду, потом, когда уже все это закончится, я буду это пересматривать, наверное, и обижаться на то, что я поставил. Потому что я не уверен, что Мибор выиграет, выйдет. Я все же думаю на комплексити, потому что комплексити тащит. И Мибор... Я, если честно, мне так хочется Мибор поменять на комплексити. Но, блин, я не знаю. Я говорю, я потом буду обижаться за то, что я неправильно поставил. Потому что если я хотя бы чем-то ошибусь в любом или в этом столбике, в этом или в этом, хоть раз ошибусь, все, я не получу медальку. То есть... Еще раз повторяю то, что за каждый верный прогноз дается по 12 очков. То есть 12, 12, 12, 12. Здесь 10, 10, 10. То есть это уже золотая медалька вот эта вот. Здесь 10, 10, это уже 20. Здесь 7 очков, но это не важно. И Astralis, если я поставил на Astralis, я уверен, что выиграет она. Но, возможно, выиграет Navy. И я много смотрел всякие, смотрел группы, кто выиграет, кто проиграет. Я смотрел всякие разные видео, я смотрел других ютуберов, кто будет ставить. И, в общем, все же я решил, что именно Astralis выиграет. Кто-то ставит на Natus Vensiv, кто-то делает такой же выбор, как и я. Ну, не буду говорить кто, но кто-то ставил на комплексити. Кто-то ставил на Мибор, я поставлю на Мибор, то, что она выйдет. Все же Мибор дольше, чем комплексити играет, и поэтому как-то так. Здесь, почему не Биг? Хоть Биг хорошо играет, но Биг, я что-то не доверяю Бигу, и все-таки это Неви. Неви выйдет. Конечно, будет обидно, если... Стоп, если каждый дается по 12, то по-любому у меня будет бронза уже. Ну ладно, это не важно. Биги я не выбираю, потому что здесь Natus Vensiv, а Natus Vensiv это крутая команда, которой я уверен, что она победит. И дальше идет Team Liquid. Здесь я ставлю Team Liquid, а не Hellraisers, потому что Team Liquid, она все же круто очень играет. Я сколько смотрел каждый их турнир, они очень круто реально играют. И по сравнению с Hellraisers, который... Удивительно, как они вышли. Я все же решил ликвидов ставить. Это я не подсматривал у других ютуберов. Хоть я смотрел и все анализировал на сайтах HLTV, например. Я все смотрел, и все же я поставил на ликвид. Хотя,
Почему вы скажете не Hellraiser? Потому что Hellraiser, они проиграют точно ликвидом. Вот я так уверен. Да. Астралис выиграют, потому что это Астралис, а Фейст Клан они играют. Ну вообще, ну они играют. Я не знаю, как они вообще вышли. Что Hellraiser, не знаю, как вышли. Что Фейст Клан вышли как-то вообще непонятно в этом турнире, а вот именно Астралис очень хорошо играет в этом турнире. И вот Complexity, но все же Мибр, я думаю, победит. Если они не победят, наверное, ну все же, ладно. Не победят, значит, не победят. Но все же я уверен, что Valve очень хорошие, и они дадут мне хотя бы бронзовую медаль. Но я не ставил, я ставил только на этап претендентом, на прогноз группы я не ставил, потому что я как-то обиделся, когда я ставил на этап претендентом, там ни один из моих прогнозов не сбылся, и я думаю, блин, почему Space Soldiers не вышли? Это же моя любимая команда, я на нее поставил, что она выйдет, а она даже не вышла в группу. И я обиделся, и после этого я не стал ставить вообще на группу. А сейчас я решил, вроде, последний шанс. Ну, как последний шанс? Там же не будет больше этих. Ну, ладно. Я думаю, что в этапе чемпионов выиграет Астралис. Вы ставите как угодно. Вы можете посматривать у меня, но я сделаю так вот. Обидно, если что-то из этого не сбудется. Хорошо бы, если мне дали хотя бы бронзу. Пожалуйста, Гейб, дай мне бронзу. Пожалуйста, дай мне бронзу за то, что я вот это вот все поставил. Потому что каждый раз ставить это очень сложно. И когда не попадаешь, то тебе ничего не возвращается. Да, это обидно. Но я надеюсь, что я выиграю хотя бы. Я не хочу золото. Потому что до золота далеко, и я думаю, что золото я не получу. Но я рассчитываю хотя бы на бронзу. Может, еще на серебро, но на золото как-то я не уверен. Но все же, если будет золото, вообще будет круто. Но бронза тоже сойдет. Ладно, покупаю. Все, вот это вот сейчас будет самый страшный момент. Наклейка Мибор. Наклейка Natus Venser. Team Liquid. И Астралис, я их ставлю авторизовать. Да уж. Да уж. Если я проиграю, я никогда больше не буду ставить на эти сраные прогнозы. Это не основа, и я еще здесь ни разу не выиграл какой-то странный аккаунт. Но я надеюсь, я выиграю. И у меня будет на этом аккаунте хоть одна медаль за прогнозы. Поехали. Я выиграю. Все. Окей. Все, окей. Сделать. Сделал. Подтверждаю, что... Так, они останутся в вашем инвентаре, их можно будет наклеить на любое оружие или обменять после текущего этапа турнира. Эти наклейки нельзя будет использовать или обменивать до конца текущего этапа и турнира. Вы не снимете эти ограничения, даже если удалите прогноз. Вот так вот. Все. Наклейки уже у меня, я подтверждаю. Нажал подтвердить, все. Это все сделано. Я поставил на астралисов. Я в них очень уверен, то что они победят. И я уверен, что они победят. Все же надо было на Нейви поставить. Но Нейви не Нейви, но все равно... Ладно, пусть будет так. Все сделано, все поставлено, ребят. Вот эти наклейки. Я их после этих турнира, если я выиграю, то я их наклею на какую-нибудь крутую пушечку. Да. Мибор, Ликвид, вот такая вот наклейка. Дальше Астралис. Такая вот красивая тоже. Так. И Неви. Да. Это... У меня никогда не было Неви наклеек. Нет, хотя была. Давным-давно на этом аккаунте была Неви. Я не говорю про основу. На основе было почти что все, что есть в CSGO. А здесь... Когда-то давно было Navy, но это уже не важно. Продолжить. Вот такой вот у меня инвентарь, кто не смотрел еще. Запечатанное граффити. Это я брал, потому что у меня нет граффити. Она, точнее, закончилась. И мне нужна была новая граффити. Поэтому пришлось открыть эту граффити. Space Soldiers. Также есть наклейка Space Soldiers, которая просрали. А остальные наклейки я обменял. Все. На этом все, ребята. Думаю, я выиграю. Ну и все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов.
Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. И надеюсь, если я выиграю, то у меня будет много подписчиков. И всем удачи, всем пока!